достали елочку, собрали. Сейчас надо ее, ну, все выправить и будем украшать. Арина подметает у меня, да, малыш? Умница. Умничка. Давай. Молодец. Мы уже наклейки наклеили. Ты сама все клеила, да, дочь? У нас Арина наклеила на окна наклейки в хаотичном порядке, зато сама участвует. Доставай. Давай. Это куда? Ну, давай вот сюда. Давай сюда. Давай. Вот сюда. Лицом только переверни. Угу. Папа, принимай участие. Папа с удовольствием. Вот сюда прям куда-то просится. Меня надо направлять. Мама, я посмотри, куда я. Или повыше. Давай вот сюда. Давай. Молодец. Вот какая красота у нас получилась. На самом деле, в реальности гораздо все симпатичнее переливается. Может, днем вам завтра поснимаю. У нас вот такие птицы. Кто у нас тут еще сидит? А вот он. Под елочкой. Осталось гирлянду докупить. Вот Аринина старание. Наклеила наклеечки уже. Проснулась и прям подскочила к елочке. Так она мне радует глаз. Классно, что мы ее нарядили. Забыла вам вчера показать. Он палит с кадра в лес. У нас же еще поет наш хорек или кто он. Это у нас из Финляндии лось. Меня кто-то спрашивал в комментариях в Инстаграме. А вот это я не помню, откуда привезли. Тоже наложенный какой-то курорт. Так хорошо. Еду к своей подруге. Хочу вам аутфит снять. У меня тут белье сушится. Вот. Одела новую маечку, которую я вам показывала, футболочку. Точнее, с моими лосинами. В общем, мне очень нравится. У нас сегодня не очень холодно, минус 3 или минус 4. Я рада. Не обращайте внимания, что я в обуви. Они у меня чистые, я их мыла. Утро, 10 утра. Погода у нас просто чудная. Снег хлопьями. Сейчас доедем до дома, от друзей переоденемся и на горке поснимаю вам там. Открываем сезон катания наконец-то. Утренний кофею. Прикола. Мы уже в костюмах. Собираемся в путь. У нас DC-шные, кто будет спрашивать, кто вдруг катается. Мы уже все в защите, послушайте. В шортах. Ах, кабин. Защищено. А сноуборды там покажем. Все. Смотрите, какая красота за окном. Все деревья белые-белые. Какая красота. Прикинь, как сейчас там будет круто. Приехали. Да, 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 потом, как переоденемся, их несем. Наконец-то. Мой сноубордик любимый. Скажи всем хай. Хай. Хай, мы уже на подъемниках. Дебют, дебют сезона. Сейчас вам покажу красоту. Не-не-не, мы дальше. Кайф. Зэша, наконец-то.
моя прекрасная. Уже вечер, мы все гоняем. Народ поприезжал, очереди мощные. Хай! Очень круто. Ноги с непривычки от паузы болят. Большой. Сейчас пойдем в пит-стоп. В общем, мы накатались с Ренатом. Ноги гудят. Надышались, были в Степаново. Если кто будет спрашивать, это Дмитров. Мы обожаем Степаново кататься. Сейчас будем смотреть фильм «Пятая волна». Кто смотрел, пишите. Есть попкорн, тофифи, наш любимый степ, фанту, сухарики, чипсы я еще купила. В общем, все-все у нас сегодня не полезное, но мы кайфуем, отдыхаем. Вот. Кто катается на сноубордах или на лыжах, напишите, пожалуйста, интересно, сколько у нас сноубордистов, сколько лыжников. Короче, мы решили смотреть не «Пятую волну», а «Очень плохие мамочки». Да ладно уж, господи, взрослый мужчина. Привет! Расслабься. Можно, да? Конечно. Все, поехали. Давай, включай. Свет будем включать? По-любому. Всем доброе утро. Мы выспались. Так здорово, насмотрелись фильма. Завтрак в постель. Собственно, персона. Скажи доброе утро. Доброе утро. Ура. Яишенка. Саша, скажи свои впечатления, как тебе сезон открыт. Отлично. Надо ехать в горы. Всем ехать в горы. На самом деле, вчера я хотела нас побольше поснимать, как мы именно со спусках уже с резких едем. Но так как мы с Ренатом по-разному катаемся, он больше прыгает. А я такой плавный, люблю спуски. И, в общем, только в начале он меня поснимал, когда еще пологие совсем спуски. И я его в начале совсем. Потому что разные, по горкам разным ездим, и он гораздо быстрее, он в лес заезжает, там постоянно что-то там мутит непонятное, страшное. А я по склонам более пологим люблю ездить, поэтому, по идее, хорошо снизу прям начинать снимать, когда уже скорость развивается. Но это я все сделаю вам в следующий раз, и надо нам GoPro купить. Смотрю «Полосатый рейс», сейчас буду кушать вкусняшки от муженька, в общем... Воскресенье потрясное. Всем хороших тоже выходных дней, воскресений, суббот, понедельников, всего-всего. В общем, я объелась всего, не могу никак заставить себя встать вообще. У меня расслабон полный, кайфуши. Смотрю фильм «Костяника», он такой подростковый достаточно, но мне так нравится, такой какой-то добрый. Ну, совсем, тут и дети снимаются, наверное, лет 14. В общем, всех целую, всем пока, до новых встреч!